Три неопровержимых аргумента против учения про жизнь с момента зачатия. Во-первых, пособие для начинающих мамочек, в котором описывается, когда у ребенка появляется какое свойство. Когда малыш начинает улыбаться. Когда малыш начинает узнавать маму. Когда малыш начинает понимать человеческую речь. Если это свойство появилось спустя несколько недель и даже месяцев после рождения, значит, этого свойства не было раньше, в том числе и до рождения. Поэтому эмбрион не может ни улыбаться, ни общаться с мамой. Нет. Во-вторых, это детская кукла. Все детские куклы, как правило, это дети не моложе нескольких месяцев от рождения. То есть тот возраст, когда он уже способен к общению. Заметьте, в картинках антиабортной пропаганды используются дети такого же возраста, а не настоящие нерожденные эмбрионы. С таким же успехом, с лозунгом «Не убивай меня, мама», можно было бы поставить и взрослого мужика. Эти два аргумента особенно эффективны для вразумления женщин с детьми, каковых большинство среди адептов учения про жизнь с момента зачатия. Ну и в-третьих, мой любимый авторский универсальный аргумент против всего того, с чем вы не согласны. Кто-то что-то сказал, а мне пофиг. Говорят, что аборт — это убийство, а мне пофиг. Хоть изнасилованием назовите, а мне пофиг.